не говоря о том, что... Ох, не прижал Тихомиров шайбу. Пас назад, бросок, и все-таки гол. Забрасывает хоккеиста Салавата Юлаева. И кто это забрасывает? Не Алалыкин ли? Вот это да! Вот это да! Данил Алалыкин в своем первом матче забрасывает свою первую шайбу в КХЛ. Фантастика! Поздравляем мы нападающего Салавата Юлаева. Вот, видите, тут не позволил свой же защитник Генуэй накрыть шайбу Тихомирову. А ведь первый-то бросок как раз Мухаммадуллин молодой совершал. Ну, а Алалыкин оказался в нужный момент в нужном месте. Да, вот это дебютище. Данил Алалыкин